Всем привет! Давно не снимались, работы непочатый край, не до съемок было. Вот такую кратерообразную грядочку мы закончили только что. Здесь, как вы уже догадались, бахча будет. Это тыква трех сортов. Сквош, тыква. Вот так вот выглядит. Не знаю, мне нравится. Пишите, какими схемами, или как правильно, как располагаете вы тыквенные грядки. Кому интересно, могу объяснить, зачем такие кратерообразные луночки, где-то по 3-5 семечек в каждой. Вот получилось здесь 12 лунок таких кратерообразных. Вот такая вот тыквенная грядка. Мы решили перенести сюда в нижний дальний угол. А раньше была вон там сверху, где те небольшие деревца, в том углу. А сейчас вот здесь. Тут у нас кусочек картошки. Ну, тут две большие грядки картошки. Там мелкие грядки сверху. Ну, а самые красивые и уже взошедшие, это тут, конечно. Вот это этого года весенняя цибулька. Лучок. Так. Это две грядки подряд чесночок. Вот чесночок. Тут уже зимняя, озимая цибулька. Лучок. И тут между чесночком клубника. Чеснок, клубника, чеснок, клубника. Четыре рядка. Так, и то же самое, но только здесь уже пошире рядки. Чеснок 3, клубника 2-3, вот так. Потом снова чеснок, это в том году мы уже ее так сажали. Чеснок, клубника, чеснок, клубника, чеснок, клубника, чеснок, клубника. Вот, вот такая еще грядка. Так, тут у нас, как всегда, в ряд 4 смородины больших, еще старых. И тут рядок. А это уже пополнение тут. Смородина, крыжовник, и там вдали еще одна черная смородина. Вот. И, как я и говорил, там грядки. Грядки пошли: морковка, лук, буряк, горох там вдали. Тут будет перец, вот так вот прямо. А самое дальнее, там кабачки будут. Ну, а там я уже говорил, две самых больших. Это у нас царица огорода картошка. Вот эти две больших. И там вот тут, где возле тыквенной, я показывал, он там внизу. Это у нас тоже кусочек картошки вон там. То есть практически 2,5. В том году было 3 картошки. В этом году решили 2,5 нам хватит. Ну и вот здесь еще гуляет у нас место. Тут у нас будет цибулька. Ой, то есть, прошу прощения, капуста. Тут капуста будет. И вот там будет капуста. Треугольничек вот этот остался. Тут тоже будет капуста. Вот здесь. Ну а тут уже под самым забором
Там вдоль забора у нас фасоль. Здесь это у нас клубника здесь. Еще немного клубники. Уже помидорчики сидят вот. Это сегодня высаживали помидорчики. Вчера и сегодня высадили 70 помидоров и пару десятков перца. Вот. А тут я сегодня вскопал эту грядку. Тут у нас будут, как и каждый год, огурцы. Вот так. Такие у нас дела. А тут по центру двора у нас огурчики тут будут. Вон, как я и говорил, перец. Уже сидит перчик. Тут. Вот так в рядок, аж туда. Это все полоска перца. Вот. Калина, что-то она мне не нравится. Это мята бергамот, голубика, и там черноплодная рябина и тюльпанчик возле нее. Крыжовник тут тоже, еще один крыжовник. Вот такие пироги. Подписываемся, кто еще не подписался на наш YouTube канал. Всегда рады нашим друзьям, гостям, подписчикам. Не забываем ставить лайки. И хороших урожаев, как всегда, желаю всем вам. Спасибо за внимание. Пока, всем удачи. Мирного неба, здоровья, счастья, любви и добра. До скорых встреч.